Я думаю, что ничего нового, разведки ориентировались, и вы неоднократно даже в эфире озвучивали, что именно Россия планирует в этом году до 2000 выпустить новых беспилотников на своей базе. В следующем году 6000 уже намечено, и через 2,5 года за год 10 тысяч. То есть это громадное количество разных типов, конечно, но в первую очередь таких типа, как базовые шахеды. Но это уже не шахеды. Там, если мы говорим, уже двигатели будут не мопеды, которые мы слышим и практически быстрее выявляем и сбиваем. Это уже будут электродвигатели, бесшумные, многоцелевые и, конечно, более дальние радиус действия.